Спасибо, спасибо. Мерси, благодарю тебе, спасибо, что ты есть. Знаешь, я видела, что обезьяны прошли Майнкрафт, а у тебя с этим явно проблемы. Да иди же, ты знаешь куда! Все, сейчас будем играть. Сейчас точно финал, да. Сейчас точно дофиналимся. Потому что вот это должна быть финальная именно версия, именно трансляция финальная по Майну. Все, сейчас поэтому без отвлекательных, я поэтому попозже запустил, чтобы все уже хейтеры спать полегли, да, чтобы не было отвлекания вот этого вот дурацкого, да, бессмысленного вот этого кибератаки, вот это все. Один я буду писать! Не осилил Майнкрафт, долбоёб! Обезьяна прошла, а ты не прошел. Ты не осилил Майнкрафт, даже обезьяна прошла! Гля, посмотри видео, там обезьяна Майнкрафт дракона убила, а ты не прошел, а там обезьяна прошла! Сейчас я быстро металл мне нужен. Да ёпта мать, то есть Серёжка, сейчас Серёжка звонит, секунду. Да, Серёж. Дайте, блядь, нормально уже допройти этот ебучий Майнкрафт, а? Поиграть что-то нормально, точно я уже спался в него играть. Нет, я не помыл, пи***р, тебя жду, сука, иди помой мне посуду, гнида! Точка посуду мой, точка посуду мой, да мой. Точка посуду мой, 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 точка. Как можно было придумать ник? Горелый отек. Горелый отек. Да. Привет, это Димон Вес. Здорово. Мне сейчас спать будет крип. Опа, есть контакт. Челу прилетка. Есть контакт. Есть контакт. Это надо ебать. Блять, мама, папа, Сережа. Почему еда не там, где надо? Боже, блять. Сохраните координаты. Мне пи***а. По мне работает горелый отек. Блять, да перегался, сука. Горелый отек. Я отсосал, ребята! Эй, ты никогда не думал, каково это быть курочкой в КС-ке? Как только беднягу видят в поле зрения, начинается охота. К чему я это? А к тому, что у Epic Drop на сайте появилась новая бесплатная рождественская мини-игра по КС-2. Christmas Run. Задача, играя за курочку, добежать до конца игрового поля и не попасться под пулю. Выиграл? Забирай призы. Кейсы, скины, промики и даже ножи с перчатками. Ну, вероятность их получить, конечно, не очень большая, но она есть. Играть можно халявно раз в час, ну то есть 24 раза за сутки, и попутно фармить победы для открытия мега-кейсов. Вот наполнение первого мега-кейса всего лишь за 20 побед, и все это на халяву можно зафармить буквально за один день. Хочешь больше? Лови 100% скидку от меня на билет их операции Winterblade. Бесплатно вместо 600 рублей. 100% скидка. Всего лишь на 15-м квесте этой зимней операции ты получишь перчи или тайное АВП. А на последнем, 60-м задании забирай кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Бесплатно. Все это добро продлится только эту зиму, поэтому ссылочку я оставлю снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по КС-2 и фарми зимнюю операцию. Ура, аварийный отек. Выход внутривенно. Вроде как по координатам недалеко. Аварийный выход внутривенно. А так как будто и далеко, понял, чел? Происшествие. Денис, ты, конечно, молодец, что добился таких успехов и сейчас финансово независим, но давай не будем отрицать тот факт, что без бедные школьники остались без обеда в школьной столовой. Где подарность? Вот. Ну я при чем? Я что, школьник, что ли? А что без обеда остался? Школьник школьнику рознь. Дед. Да. Хай. Хай. Дед, а ты знаешь, кто ты сегодня? Пальто. Ты сегодня Валера посудомойка. Ну то есть ты посуду моешь. Понял? Ты, нет. Кстати, посуду помыл? А? Чрезвычайное происшествие, апа? Чрезвычайное происшествие, апа? Апа? Чрезвычайное происшествие, да, апа? Чрезвычайное происшествие, апа? Валера, ты не гладиатор. Ты тютя-матютя.
Тютя-матютя, 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 тютя-матютя. И шаг вокруг нас, а что? Посюда 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 вокруг нас, а что? Он просто исчез. Посюда вокруг нас, а что? В смысле, там меня не было две минуты, почему он исчез? Как этот дроп, ебать, сделать, чтобы он не исчезал? Я заебался его лутать! Он просто исчезает моментально. Я сосался с Лолочкой с языком прям. Прям языками мы крутили внутри. Во рту языки сплетались наши. Жаясь. Ну шо ты, горелая оточина. Попустился, получается. Что? На мирном понюхала тек. Дебил? Вот и все получается. Что? Что все? Ты чё, деп? Я сейчас переключу обратку сделаю. Подыврок, подыврок, подыврок. Привет. Старя дракон. Привет, дракон. Это я, дракон. Дракон. Я устал тебя ждать. ЛС. ЛС. ЛССС. ЛС. ЛС. ЛССС. Лаускил. Девятилетние дети... Лаускил, твоя мама! ...глазами проходят. Сейчас мне надо металл, и все, я готов уже, ну, нижневартовский теперь. Валерий, это я к тому, что нет никакого смысла заходить на ваш канал. На какой? Ведь все затупы зафиксированы на канале Трич ТВ. Подписывайтесь. Ну, это хуй, кстати, на самый интеллектуальный и правдивый автор канал канала, на ютубе Трич ТВ. Вовочка, иди нахуй. Привет, деда, тут такая просьба. Привет. К тебе. Ты давно нам не хвастался своей шевелюрой, можешь сфоткать и скинуть в телегу. Сейчас. А? Покажи нам, молодым, кое мода. Или показывать уже нечего. Озеро среди леса. Тридцатку не хочешь? И меня нету прически, у пены есть. Тридцатку стоит, новый океан. Ну вот, пожалуй. XD, чел. XD. Чел, это XD. XD. XD, чувак. XD. XD, чувак. XD! Парируй. И шаг ТВ представляет. Привет, привет, ребята, я приду. А ты знал, что на мирном режиме дракона нету? Че думаешь обмануть зяблов и залутать только? Ты долбай, если ты затупок и не можешь пройти то, что прошла обезьяна, не значит, что нужно зяблов обманывать. Я не обманываю, дебил. И все по-честному, все по-чесноку. А как ты хотел? Все по-чесноку, чувак. Все по чесноку, работаем, братья. Все по чесноку. Твое оправдание насчет мирного режима так же бредовы, как и якобы существование на твоей гадлве шевелюры. Но мы все знаем, что там сидит Ролиночка и бьет по голове ложечками тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тебе сфоткать мою прическу, чтоб ты просто на попке присел и сидел молча, не вякал, женщина. Для всех, сука, кто считает, что я лысый. Удиви скуп. Нас давай, только лысину на ты сильнее, чтобы рассмотреть чешую получше. Да-да. Ты Дэвин. На, дебил. Просто похавай. Дэвин. Надо. Попарируй, гнида. В каком месте я лысый, ты Дэвин? Попарируй, шаг. Дэвин, сука. Попарируй, давай, чё ты? Попарируй, дура. В каком месте я лысый, девочка? Попарируй, давай, чё ты сидишь, мутаген? Оригинал этой фотки без замазки. Тридцатка. Тридцатка с нижней частью, чел. Тридцатку. Вопрос. Деда, нахуй ты водоросли прилепил вместо волос? Я бы их жёг, нахуй. Дэвин? Ты чё, Дэвин? Ты Дэвин? Знаешь, какая укладка? Есть ещё фотка с укладкой, тоже тридцатка. Аниме. Дай номер Алинки, я сначала помою ей посуду. А потом ее чресло своим семенем. А то ты с этим плохо не справляешься. Прическа хуйрака СТ. Ха-ха-ха-ха-ха. Ебать, амазонский крокодил подкрадывается к Ролиночке. Пиздец, накинул шерсти на лицо. А где конец края и света? Спасибо, хотя бы и на этом. Ты Дэвин. Ротик тер, закрыли все хейтеры, сосите, выпустите. Итак, зяблы, определим эту посудомойку в Чушпана, так и передайте на районе, пускай с ним никто не здоровается. Парик? Кто тебе на голову пролил ролтон говяжий? Вместо спины ты на голову положил пояс из собачьей шерсти. Не понимаю, расскажи.
пожалуйста. Это косплей на Плющенко. Наш вебру. Не понимаю, бред какой. Убирай это позорище. Что за швабра у тебя на голове? Что за косплей на Вихолькова? Потау? Мафикс, это ты жирный. Ты на себя посмотри, ты толсторотик. Чтобы сухач сбрил эту паутину у себя с головы. Побрей сналоса за 500. Это полгода отращивал. Ты думаешь, ты рокер с такими патлами? Да. Раля может перепутает и даст тебе по ошибке. Таджик не бритый. Так, что мне надо еще? Еда есть. Кирки у меня две есть. Так, еда есть, кирки есть. Щит бы еще сделать, да. Есть контакт. И ботиночки можно сделать. Ай-яй-яй, перданул человек. Пинуйся, чел, пинуйся. Все, есть контакт. Пинуйся. Есть контакт. Все, норматечка. Чел тупо хотел быть как Киану Ривз, а в итоге стал как Плющенко. Осуждаю, иди нахуй. Ты б меня не видел нормально причесанного, я Киана. 100%. Ладно, ты посуду моешь. А почему голову не моешь? Нормально так с Киану общаться, да? Деда, не слушай хейтеров. У тебя роскошная густая шевелюра, есть как контакт. У Рапунцель. Атласные шикарные пряди золотым как водопадом лоснятся на как лбу. У кого, да? Настоящая львиная грива. Хейтеры просто завидуют. Привет, дед. Решил по приколу твою фотку приложить к кассе самообслуживания в пятерочке. Так прикинь, штрих-код считался и мне пробило средства для мытья посуды. Ебаная фери ходячая. Постригись, дура. Даже обезьяна научилась играть в Майнкрафт. Ты демон? Я сказал, сейчас оно начнется давление извне, ты понимаешь вообще это, что ты говоришь, падла? Ничего, что я сейчас начну играть в другую игру, они будут писать, что я пи***ц в Майнкрафт не прошел, типа я лох. Ты понимаешь, что ебаная обезьяна появилась, новость обезьяны. И теперь каждый раз, когда я буду выходить с Майнкрафта, они будут упоминать мне про эту обезьяну. Типа обезьяна прошла, а ты нет. Сейчас попрут алмазы. Чел с коленом встанет и дракона убьет. Дедушка, не слушай хейтера. Майнкрафт топ. Твое прохождение уникальное. Уникальное в том, что оно бесконечное и не имеет конца. Да заткнись ты! Почти поверил. Или это косплей на обезьяну? Все понятно стало сразу. Яша будет уничтожен. Боже, как я его попускаю, смотря. Яша просто умирает, как девочка. Дед, да. А ты перчатки специально надеваешь на вебке, чтобы никто не видел, как у тебя раздело руки от средства для мытья посуды. Сегодня финал. Сегодня финал. Сегодня финал. Сегодня Все финал. Стало сегодня сразу. Финал. О, музыка появилась, чел. Это что значит? По-моему, замок близко. Музыка победы, чел. Умоляю, поменяй прическу. Таким хлопком на голове ходить неприлично. Воин анти-Майнкрафта, запустите ему в меме пердеж. Пусть сидит, нюхает обезьяну. Это же издевательство над зрителями. Да, блядь, я, сука, лучше до замка дорогусь. Поиграл в новый симулятор электропоезда. А где взять кремень для стрел? Ну, я помню, он там из грунта выпадает. А где его взять в большом количестве? Есть контакт. Дед, в Майне есть имбербимбер-сундуков. Концепция сундуков состоит в том, помещая в один сундук вещи, то они появляются во втором. Сундук может стоять дома, а ты вещи будешь телепортить. Это Брэд. А где свинюшки-водючки?
Если зачаровать броню на нестойкость, то ящик дамажить будет мало. Хорошо. Это прекрасно. Давайте поменяем, может, что-то... Нам нужно 5 глаза Вендера. 5. У нас всего 5. Надо еще 5. Правильно? Правильно. Есть контакт. Все понятно стало сразу. Да. Нет. Ты дурак, ты что дурак, иди сюда. Пиздец. Сделал, называется. Чел. Два штуки, ляй. Два штуки. Два. Все понятно стало сразу. Ничего. Ну, 2, 5, 6, 7 штук, блин. Да где мне столько взять? Палку положи в верстак, получишь огнево. А, в смысле огнево? А вот это что, поджигал я обсидан, что ли? Типа, портал делал? В смысле? Палка у меня есть? Стержень в пыль. Огненный стержень и поставь верстак. У тебя будет пыль огненная. Вот так вот. Свинью можно убить и забрать у нее золото обратно. А потом таким же макаром поторговать с другой. А ты, получается, просто подарил золото свиньям. Прямая черта обратный слэш, 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 прямая черта. В смысле? А потом чё, огненный порошок и чё дальше? Скажите, кто-то нормально сделать попробует. И потом жемчугом. Короче, по... А, во! Ока Эндера. А нахуй наебал, все же так нормально, чел. Эндер, бойся, гнида. Чел за тобой идет.